Бля, по факту Олю убрал. Я ща ливну. А я-то тут при чем, сука? Да, Юля, извини. Я не без вебки, да, ребят. Ты заебала, почему? Ну то, что я не дома. А где ты? Пизде, я в Москве. А где, у кого? Ну, у меня сзади город. А вы тут или нет? О, вы тут. Как разговаривать в игру, я забыла. Алло? Алло, меня слышно? Да, а что ты нажимаешь? Я нажимаю в английскую. Бля, Юль, алло. Ты что, Дзен перестала пользоваться? Да, уже давно. А меня было только что в игре слышно? Ах ты, сука. А вы что, в игре уже, блядь? Да. А как я в игре? Что, мутимся? Алло, алло. Может, будем в Дискорде, ребят? А как, на какой Дискорд? Какой Дискорд, только хорошо. Алло, меня слышно? Да, да. Ну так веселее в Дискорде. Меня слышно? Да, слышно. Ебать, играем хоррор, так веселее. Алло! Меня слышно? Да, да, слышно, да, ты нас слышишь? Все, пойдем. А, я ему отвечаю в Дискорд. Чат громко или нет? А меня слышно? Да. Тебя да, в двух местах слышно. Всё. Ну ты урод. Ты урод. Ебать, вы урод. Лучше в жизни хотя бы. Вы в курсе, что вы ладно, сейчас, подождите, что-то пошла ты темно нахуй. Как-то. Пошла ты нахуй. У меня игра на инглише, я не понимаю. Бля, ребят, подождите, пожалуйста, я да настраиваюсь. Да все, съебалась. Сука. Я куда-то в стенку пошел. Че, погнали? Блин, ну очень темно на самом деле. Тут есть настройки? Так у нас фонарики есть, блядь, на двойку вроде. Или на один. А, точно. Бля, Юль, ты ебанулась вообще? Да я забыла. А я голову забыла. Ты дома не забыла? Так, у меня будут синие светлячки. А. Поехали. За мной. Подождите меня. Я не могу светлячок достать. Давай бросим ее. Модер, вы игру поменяли? Все на одной идет. Блять, опять не достал. Сука. Бля, Ром. Да, 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 я тут. Я не могу светлячок достать. У нас, походу, не сохранилось нихуя, слышь. Почему? О, вы странные, чего вы так долго идете? Вы слышите, что я говорю вообще? Да, да, ты урод. Я тут рассказываю то, что, смотрите, все двери закрыты. Типа, мы начали с начала уровня. Да, уровня. Да, это маг сохранения, типа, которое можно было. Бля, то есть то, тут что с головы, мы ключики находили, это все. Так мы там 5 ключиков нашли максимум. Ну, это мы играли минут там 30-40. Блять, у меня хуета это не берется, блять. Блять. Я не могу следы оставить. Блять, она взялась и ее опять скипну. Кого взялась? О, нашел. Все, я розовый. А что мы делаем? А что нам делать надо? А тут надо как-то. А как ты в прошлый раз активировал платформу тут? Я нажал просто, а сейчас не нажимается. Не, так тут должна быть плита какая-то. Да, да, надо именно ее нету. Ну, а ты ее поставил в прошлый раз. Так, блядь, у меня не было плиты, но откуда у меня плита была? Была, ну кто-то другой, значит, ее взял, а у нас она в общем инвентаре появилась. Блядь, ну, а где пиздец. Бля, а вдруг это злой был, он где-то нашел плиту. А злой вроде лимнул до этого момента уже. Так, ну идем искать, но она где-то тут. Да, 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 злой ливнул точно. Бля, ну я тоже не брала никакую плиту. Чат, а что мы в прошлый раз делали, вы помните или нет? Бля, я не помню, что мы делали. Пишет, что вы что-то в начале тогда читали. Я почитал уже, там нет. А вот, плита лежит. А, ну ёпта. Ну ёпта. А это где? Брат? Она на столе тут лежала. А-а-а. Бля, здралась shift нажимать. Вы нашли две загадки и бегали от Винсу, да, это я помню. А! Блять, ты долбоёб вообще нахуй! Не смешно. Ебать тебя срака, Юля. Классная? Да не, блять. Как и в жизни. Блять. О, вы слышали, кто-то хрюкал? Я ливаю. Да, это вот я со свиной головой тут бегают. Чё, погнали? Хантик ты вставил? Да. Угу. Красава, Хантик. Чё, не слышал?
чуть покромче сделаю звуки. Я тут. Бля, ребят, там есть, вот там скелетончик. Блять, он за нами бежит! Ребят. Все, алло, Хантик. Алло. Алло, тебя слышно. А ты где, блядь? Я тут. Да, блядь, ну Рома! Да я тут, блядь, что и как... Как тебе должен... Алло. Где? Хелп, он за мной бегал. Хелп? А почему Г перевернут? О! Так, есть тут что-то. А, это, блядь, мы отсюда пришли, сука. Открой дверь. Блядь, а ты ключи не взяла? Алло. Алло, вы тут? Блять, все, они съебались. Алло. Я делаю вдох, так пахнет Диор. Помогите, алло! Что вы осуждаете? Он же сюда не выйдет? Нахуя он сюда идет? Он сюда вышел, блядь! Пизда, блядь. Пошел нахуй. Наебал лоха. Скамнул мамонта. Алло! 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 Все, пизда, блядь. Алло! Фу. О, Рома! Рома! Ты над нами? Чё? Мы под тобой. И, конечно, вы подо мной, ебать. Вы же на моем стриме. Так, тут где-то ключ, помню, тогда был. Блять, а где? Фонарик взять. С фонариком лучше или с этим? Разрывная рум. Гамму, Рома. А где, блядь, тут нет такого. А, блядь! Реально так можно было? Охуеть. Ебать, а так можно было? Я чё, еблан тогда получается? Бля, я помню тут когда-то ключ был. Алло, меня слышно? Стоп, я могу фонарик еще выключить? Нет, не могу, блядь, в пизду. Рома, где вебка Юля? Она не может с вебкой. Атмосферы не было, так было, блядь, нихуя не видно. Алло! Алло, нас уебашило, Рома. О, приветик. Здорово, ебать. А чё, вы нашли вообще? Ты нашёл что-то? Нет. Да, нас уебашило. Там какая-то другая дверь была открыта еще. О! Нас тут уебашило, нет? Слушайте, а помните, тут у нас скелет, а у нас был еще этот кентавр, блядь, свиной.
Свиной кентавр? Ой, минотавр. Кентавр, блядь. А куда вы заходили? Блин, да мы хантик на найти то место, где мы ключ потеряли-то. Ну, пиздец. В смысле потеряли ключ? Да, ну, бля, нас Юля убили прямо возле ключа. Я? А кто, блядь? А, вам мне показалось, блядь, что мы круг сделали? Тупик какой-то, да, надо вниз отсюда, по-моему. Ебать, тут костей нахуй. Погнали. Сука, там, короче, и плита была, и ключ, и мы не хрен... Он бежит за нами! Беги! Не-не, он не бежит, не бежит, все нормально, не бежит. Точно не бежит? Да. Посмотри. Он рычит. Да нету его уже. Он рычит. А, там еще один! Я пробежала. Увернулся нахуй. Что это за хуйня? Игра, во, блядь. Увернулся от скиль. Ты чё, еблан? Блядь, да заебал, сука. Да он до сих пор бежит, сука. Уже не бежит. Пошел нахуй, блядь. Алло. За мной гондон гонится этот. А ты живёшь? Прикиньте, я его прям к вам привёл. Блять, он реально за ним гонится. И жив. Всё, вроде отстал. Нет, отстал. Я ебу, блять. Я там вообще сквозь чела пробежал. Я тоже. А, вы все выжили, да? Он, кстати, такой стрёмный был. Ребят, мы просто какой-то лабиринт... Он горел. Тупик. Ну, сзади его нет. Блядь, всё. Я не знаю, мы в ловушке, мы уже везде тут. И тут ловушка. Всё, пизда. Там его за... Бля! Ебать, сука! Ай, ребята! Рома, давай! Ебать, ты обосрался? Да. Ебать, я охуел опять. Ром, сзади! Пизда был? Не уходите. Да, Ром, удачи. Не уходите. Да, Хантик, надо выбираться отсюда. Мы, по-моему, как-то мы отсюда пошли. Давай сыграли в него. И нашли. Ой, бай, так я выход нашел. Блять, стрёмно нахуй. Блять, в пизду. Смотри. Мы вернулись. Отлично, мы отсюда начинали, нахуй. Я рот того. Бля, мне что-то так стрёмно, это пиздец. Я не знаю. Сука. Все, пизду. Все, я не знаю куда. Давай, Ром, веди нас. Так, короче, за Ромой ходим. Блять, ну тут вроде нет этих. А, блять, тут такой же проход. Ребят, подождите. Бля, не ебу, так вы, блять, видели ключ, откуда и куда я вас поведу, нахуй? Да мы вообще в другую дверь заходили. Мы в другой двери были, да. Вот тут какой-то проход, тут мало этих. А вот, я к дверям пришел. К главному коридору, типа? Да. Го в вот другую дверь зайдем. Бля, что за хуйня? Почему тут разные монстры, блядь, в каждой двери? Разные. А какой нам? Ну не знаю, по идее вот сюда? В эту надо. Пойдем. Может они все ведут к одной потом? Пошли по нашим прошлым. Да, пойдем по нашим. А их тут, блядь, во все стороны. Ну, мы тут немножко тупили, конечно, но в итоге что-то ж нашли. Подождите, там справа символы были. Подождите, алло. Алло. О, бля, мы опять вышли. Блять. Ебать. Подожди, а как это? Что за хуйня?
Ну там были опять проходы, слышите? Да блять, почему это снова я? Ладно, я путь назад помню, ждите меня. Да не, пошли, короче. Бля, я ебал, мне что-то стрёмно намного больше, чем в тот раз. Здорово. Мне тоже, здорово. Ну пошлите сюда. А стоп, вы плиту какую-то брали или нет? Да нихуя мы не брали, блядь. Я нихуя не успела. Ну вон там что-то синенькое. Юль, ты ничего не кидаешь? Как это не кидаю? Я нашел что-то! Тебе показалось. Я нашел какой-то проход, но я тут уже был, блядь. О, какой-то проход нашел. О, а, ну, во, я вас вижу. Алло. Нет, нет. Вы за стенкой, блядь, прям. Да, мы за стенкой. Блядь, а куда тут-то там? Блядь, тут не пройти, нахуй. Или пройти? Сука. Какая-то хуйня. Красные. Бля, я этих не кидаю штукой. Блять, опять дверь ебаная. Вообще на рандом хожу как-то. Ой, блять, какой-то подвал стрёмный, сука. Блять. Пизду, 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 пизду. Там я уже был, блять, не хочу нахуй. Блять, это еще один подвал. Не хочу в подвал. Да, блять, еще один подвал. Говно ебаное, блядь! Чё так страшно, сука? А, блядь, они наверху, сука. Хуй соси, блядь, не пойду. Нахуй вы пишете follow age? Блять, опять тут. Да говно, блять. Чат, что делать? Я нихуя не понимаю. Да хотя вы тоже, наверное, эту игру, блядь, в жизни никто не видел. Подвал иди лол. Так я там, мы там уже были, блядь. Мы в подвале уже были, мы эту локу, по сути, прошли уже. Почему ты в подвал не пошел? Пойди, потому что там, блядь, слева скелет был, нахуй. Прохода. Блять, я опять сюда нахуй зашел. Надо в фул вправо держаться теперь. Так это мои, блять, я же тут только что был.
фул вправо и пиздую влево, блядь. Ладно, похуй, в подвал. Ладно, в подвал так в подвал. Вот тут слева скелет был, блядь. Пиздец. Блять, они там входят еще. Там уже были. Как конь. Рома! Куда идти, сука? Гандон, блядь. А где он? Где он? Скамнул мамонта, блядь, наебал скелета ебаного. За мной? Порылась, сука! Здорово. Ну, блядь, это не смешно, хуйлан. Там Юлю сейчас съест монстр. Objective update, что-то она сделала, походу. Видел, она что-то сделала? А, вот смотри, смотри, смотри. Хантик, давай кто-то его наебывает. Иди нахуй! Видишь, он тут ходит? Да мне похуй. Ну куда-то пришли нормально. Там что-то есть? Вот, она тут забрала и ее съели сейчас. А, так все. Она что-то новое откроет, походу. Давай, нас тоже съедят. Давай, давай. Ты первый. Нет, иди нахуй, я туда один потом. Их двое сейчас. Тут, блядь, ходят, посмотри. Давай, пусть нас съедят, реально. Давай. Они пиздятся между собой. Ой, блядь, ты чего такой стрёмный? Пиздец, на этих скелетах даже анимацию нахуй не добавили. Юля! Бля, я ебал. Юля! А чё она открыла? Какой у неё цвет? Её? Вот смотри, дверь только что открылась! Так она, значит, в конце ставит плиты, нет? Юля! Нам направо надо. Так, а дверь открылась, потому что кто-то плиту, походу, поставил. Юля! 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 Юля, иди назад. Там дверь открылась вначале. Это я открыла. Так мы поняли, блядь, поэтому за тобой пришли. А я вас ищу, сука, минуту. Мы специально слились с монстром, чтобы возродиться. А сколько вы ключей находили? Находили ли вообще? Ноль. Я вообще их не нахожу. Мне кажется, тут ключи не надо находить, Юль, потому что, типа, они, походу, как книжечки эти. Юль, посмотри вниз, мы как будто прыгаем. Вот эта дверь открылась, Марк? Да, вот это. Они все открылись. Сначала открываются все правые, а теперь типа все левые. Ребят, Юлечка, прощай, блядь, ББ. Сука, там свинья же. Свинья ты, блядь. Слышь, может, будем ей следы кидать? Ты, блядь, фонарь включить, я не вижу. Так я включил, алло. Ну давай, кидай следы-то, пойдем. Сейчас, я не могу, у меня, блядь, компас ебаный, нахуй я его вообще подобрал? Пиздец! Он у тебя тоже пропадает иногда, эти хуйни из рук? У меня их вообще нету в руках. У меня свинья, у меня свинья. Удачи, Юль. Ты что, тут кто-то топает? Вперед, побежим до конца. Ебать. О, изи нахуй. Давай вперед, 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 свет, это хорошо.
Еще вперед? Да, 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 до Талова. Вон, вон, вон. О. Ёб твою мать. Блять. Бля, Ром, тут пизда какая-то. Бля, я не понимаю, кто тут звонит. Бля, Ром, ебать, ну что это за хуйня? Что, что? О, а, ключ. Тут еще ключи на этих хуйнях надо искать? Ну, они... Ну да, я нашел какой-то ключ. Стоп, или ключи не дают. Ну, я нашел ключ какой-то сейчас. Ладно, пойдем вон туда, вон, смотри, там, ебать, проход длинный. А ты брал вот этот ключ, смотри? Нет. Возьми. А, бля, походу тут ключи реально надо собирать. Ну ясен хуй. Марк, сзади, сзади! Ты наебал или нет? Да, да. Бля, ну ты тупой вообще? Ну, немножко. Я даже не оборачивался специально, бля. Да выкини компас, ебло! Так я не могу его выкинуть! На двойку нажми. Так я нажимаю, блядь, он достается. А, у тебя все, пизда, я понял. Ладно, я буду кидать, давай. Да он, сука, не меняется, блядь. Там свинья, походу, Ром. Где? Вон там дальше слева, пойдем посмотрим. Ты слышишь? Сейчас, прибежит? Я пытаюсь этот... Компас ебаный поменять на штучки. Светульки. Ты слышишь скрежет? Нет. Пойдем. Что с моим компасом, да? Да похуй. О, блядь. О! У меня теперь лупа, блядь, посредине экрана, нахуй. Бля, мы разве здесь не были? Тут, походу, нет. О, смотри, о, еще один. Кости, блядь. Кидает. О, свет, свет, свет. Блять, мы как будто в одинаковые комнаты заходим. Смотри, 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 видишь дверь? Вот эта хуета, давай вдвоем. Проходим. Видишь сверху? Да, да. А, бля, что-то она не закрылась. Что Юля нашла, ебать, она там соло проходит. Блять, что-то звуки нахуй. Что? А, блять! Смотри, 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 он не смотрит на. Марк, 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 вот он. Блять, как я обоссался. Бля, я не могу, мне плохо. Пойдем, пойдем, он туда пошел. Блять, я ливаю! Рома! Алло, алло, Марк. Рома! Марк, сзади тебя! Пизди. А зеленая это Юля или нет? Ебать, она там что-то проходит. Рома, Рома, я тут, Рома! Привет. Фу, бля, мы вышли нахуй. Я не могу, бля, мне очень плохо. Юля! Бля, пиздец. Это мы, надеюсь, не в начало. Блять, мы в начало пришли. Я надеялся, оху, что... давай прочитаем, че. Пойдем, пойдем. Чист. Бля. А че, а сколько надо собрать-то, алё? Я не знаю, блять. Мы уже собрали штук 20, нахуй. Юля! Шлю... А. Может, там в конце что-то уже открылось, бля? Она там столько всего понаходила. Стоп, я отключи всего, давай пиздите. Бля, тут надо, чтобы вот эта хуета открылась, понял?
Бля, то есть прикинь, это мы сейчас вот это найдем ключи. Оно в итоге еще, блядь, там дальше лабиринт будет. Не знаю. У меня болит голова. Так, вот тут никто не ходил вроде туда. Или мы ходили? Нет, вот есть мои фонарики. А вот Юлия. Вот там никто не ходил. Фух, блядь. Ты там дохуя понаходила всего, да? Ну, я что-то находила, не поняла, что это. Ща. У тебя что-то смешно. Короче... Микро сменился. Да. У меня. Угу. Какой-то звук глухой. Не может. Звук глухой? Да, да. Тут ничего не поменялось? О, сейчас надо. А, ну вот это. А, вот эту дверь как-то надо открыть. Короче, я нашла... Я бежала просто на плюсовое свиного рыла, нашла... хуйню с плитами, туда надо было вставлять... Бать, еще подальше. Плитка? Еще подальше, отбежи, пожалуйста. А, там дергаешь рычаг, и песочные часы типа начинаются. Ну, переворачиваются, будто отчет идет. Но я так и не поняла, для чего этот отчет. И а ты запомнил, как туда идти? А. Нет. Блять. Ну, я просто бежала на плюс В. Ну-ка, побегаем. Ром, Ром. Бежи. Так, давайте я буду кидать синие сейчас штучки. Тут, блядь, в основном только вперед надо бежать, походу. Да, блядь! Нахуй, пробежался? Давай, короче, направо и найдем его. Ром, стой там. Давай. Я тоже направо пойду. Иди давай первый. Гондон. Он же тут. Его тут нет. А, бля, точно он попросил. Ой, там. Давай темпе, Хантик. Полжизни так идти будем. Тише. Да. Давай, давай, никого тут нет. Бля, я заебался, все, давайте спать ляжем. Олег бы. Где, где, где? Что? А что обновилось? А, это тень, ебать, я обосрался. А почему у нас objected updated было? Да, кстати, видали? Охуеть, не знаю. Охуеть. Может, мы все, прошли игру? Вон он, Рила идет, смотрите. У тебя, Ром, у тебя. Не, зачем? Тут дверь. Ладно, Хантик, я с вами. Посмотри, он за нами пойдет или нет? Ты что, охуела, блядь? Давайте за ним пойдем, блядь. Да подождите, не уходите, меня сейчас закроют в клетку. Вот за ним. А Гоу не сможет. Может, он нас приведет к правильным, блядь? Ну ладно, давайте вниз. Да, он же просто ходит. Я вот когда нашла вот эту штучку, там было низко. Слышите, он ходит? Сука. Хантик, он тебя первого убьет, ты последний идешь. А Хантика мы потеряли, его уже нет. Так он сзади тебя. А, бля, он во мне. Ты вообще еблан, Ром. О! А вот. О, вот это ж. О, тут я не была. Ой, ебать, тут что-то надо. Надо что-то сделать. Ну опять, ну пиздец. О, ключ нашел. Вот этот ключик. Вот я помню, в прошлый раз... Не, нормально. Не бери, не бери. Вот в прошлый раз меня здесь уебал он. Кто-то ходит. А вот, смотрите, тут за клеткой есть хуйта, видите? Ее, походу, надо как за... Бля, такая музыка, что он сейчас нам пиздит. Он идет, я слышал только что рык. Откуда? Я не знаю, я только что слышал рык. Походу, над нами, я тоже слышал рык. Ребята, а где? Может, он над нами просто ходит, но они знают, что мы здесь? Может, пока просто попробуем сделать эту хуйню, похуй? Да. Я буду на стрёме, Охуеть, ты придумал? Ну, а как? А кто? Хорошо, смотри, Хантик, смотри. Тут есть, видишь, за клеткой какая-то хуйта. Да подожди, но тут же хуйня. Ну вот, видишь, алло, Хантик. Там сверху есть тема какая-то. Блядь, как же стрёмно нахуй. Стоп. Хантик, не ссать. Я понял, походу. Так, у нас есть этот символ. Один. Так. На какой он похож? Сука, тут его нет, блядь. Бля, ебать, он топает. Хантик, ты не на том думаешь, головоломку разгадывай. Да ты ебать встала на стрёме, блядь. Чё ты контролируешь, блядь, как мы смотрим тут? Ну давай ты на стрёме постоишь. Нет, контролируй. Вот тут, смотри, тут за клеткой ездит эта хуйня.
Так, сверху справа должны быть темы. Бля, чё мелодия такая нервная, я ногой трясу, пиздец, страшно. Ну ладно, он просто на втором этаже, походу, он сюда уже не спустится, нет? Ему ж не хватит мозгов спуститься. А вот эту надо двигать, походу. Сейчас. Так, бля, сверху, справа, стой, не, не трогайте, ребят, не трогайте. Пиздец. Меня слышно? Да никто ничего не трогает, да. А. Я, блядь, тоже сам на стрёме. Так, сверху. Мы на стрёме, Рома, если чё, мы на стрёме. Мы тебя сторожим. Ром, хорош, не очкуй. Давай, красава, красава, Ром. Да, вот так вот, вот так вот, вот так вот, правильно. Так, молодец. Сверху. Блядь, он все ближе и ближе, как будто. Сверху, справа, слева. Давай, я лево стрелю, ты право. Так. И чё, я что-то сделал? Ну, нам я... нужно решетку по центру открыть. Где ты это видел вообще? Вот справа, смотри, там за решеткой. Я туда не пойду, иди нахуй. Так там решетка стоит, долбоёб. Долбоёб. Так, вот эту я повторил. Ты как... слышишь? Что такое? Подойди к той двери, подойди. Ну и что? Там рычаг. Бля, там только что крики были такие ёбнутые. Конечно. Блять, сука, он просто рядом ходит, я ебал. Не, он просто вверху, все нормально, не, я ребят, серьезно, я говорю, вас там, сторожу. Там крики были, знаешь, как будто орда какая-то идет, я оттуда. Орда. Блять, я вот эту повторил, а что делать-то нахуй? Смотрите, левую я сделал как там. А ты уверен? Да. В чем проблема? Можешь проверить. А ты не знаешь, как центральную делать просто или что? А левую как делать? Так я, ну вот я вот эту штуку сделаю, не знаю, что дальше. Чат, помогите. Блядь, ебаный хряка. Блин, наверное, где-то... А вот этих я не ебучу делать. Еще есть колонны, которые нужно повторить. Нам нужно найти оставшиеся две колонны. Бля, я не могу, этот звук меня просто так убивает. Давайте поищем, хорошо. Надо еще две, пишут, найти. Это всего лишь предположение. Ну, пишет, надо еще две найти. Две колонны? Да. Нахуй искать что-то. Сделай все одинаково, они не делаются. Рома, там внутри разные знаки. Куда я нахуй иду, блять? Блять, мы тут были уже. А где ебаные колонны еще найти? В погреб с огурцами. Блять, смешно нахуй. А где еще эти колонны найти? Да нахуй вы пишете Fall Wage, долбоебы, блять. Блять, я опять сюда пришел. Окей, я в ту дверь шел, да? Давайте в ту пойдем. Где еще две? Куда я шел, туда? Колонн больше нет. Нужно искать комбинации для них. В смысле, блядь, это как их искать, нахуй? Так, вот этот символ, он есть где-то тут? Наугад, да не... Сфоткай и выстави правильно. Так я выставил правильно, чё? Смотри, правая, верхняя правая, потом верхняя, потом вверх... И три, ну, типа, сверху, справа, слева. Или... Да, я правильно сделал. Тут что есть? Там символы другие, такие же, мне кажется. Стоп. Полумесяц, вот тут буква F, тут сверху буква S. Полумесяц, буква F, сверху S. Такие же символы, это идентично. Алло, блядь. На карте есть еще две такие штуки, как за решеткой один.
Ты уверен? Левая правильно, ну да, я же не знаю. Просто где найти еще, блядь? Налево я уже... Там по 27 комбинаций его попробую подобрать. Так, чел, по 27 комбинаций в каждой, типа. Как ты подберешь и ту, и другую? Оно откроется, когда все три сделаешь. Чел пишет. Иди за свином, он приведет. А это пиздешь, мне кажется. Четыре комбинации. Так попробую запомнить. Так, пиздец, плюс. Не страшно. Найди вторую и третью, просто угадай. Так, блять, их еще и найти надо, сука. Иди за свином. Так я его уже не вижу, блять. Ключ сзади. А нахуя ключи? Блять, и где он нахуй теперь? Тут, я был тут, да? Где ключ? А, вот вижу. Ты же помнишь, какой коридор ходил стрим? Ой, свин. Блять, я опять вышел нахуй отсюда. Похуй, просто вперед. Похуй, просто назад. А у меня палки ебаные забагались из этого компаса. Вот она достается и, блядь, обратно прячется. Стоп, а где я вообще, блядь? Стоп, а где я? А, ну я все равно тут. Чё, сука? Говно ебаное, блядь. Пизду нахуй. Он же сюда не пролезет. И опять тут нахуй. Так, туда я ходил. Оттуда пришел, сюда ходил. Блять, остается туда. Блять, в
Включись, фонарик, ёбаный. Бля, так тут я тоже был, нахуй. Тут два скелета вроде еще, или нет? А, вот, ебать. Эй, ты хуила, ебаный. Сфоткал. И все, и третью можно подобрать, я прав? И третью подбираем. Это будет легче, блядь. Так. Так. Я какую решил? Вот эту решил. Первая должна быть справа только. Вот, есть она. Дальше сверху снизу, блять, была только что. Сука, я долбоёб. И последняя справа слева. Хорошо, вот эта решена, вот эта решил. Вот эту решил. И вот это осталось. Хорошо, первую мы оставляем. Сколько комбинаций, блять? 64, нахуй. Хорошо, мы пробуем все с первой. Блять, так я не запомню. Так я не запомню, сука. 3 в кубе, 64, нахуй. 64 комбинации, проще найти. Может, на рандом что-то потыкаю. Блять, может, есть закономерность? Погодите. Нихуя ее нет. Ладно, окей. Третью колонну надо найти, в пизду. Я туда пошел, да? Сюда идем теперь. Что орёт, нахуй, кого-то съели, походу, или что? А хули не слышно, потому что они далеко где-то, блядь, мы с ними потерялись. Вернись туда, где ты второй столб нашел, там напротив был проход. Пизда, блядь. Ну сейчас. Я уже сюда дохожу. Блядь, ну там были ребята, видимо. В первом столбике не так должно. Сам это придумал, чел, блядь. Я этот идентично сравнил с темой. Короче, какой-то есть хоррор, который по этажам спускаться. Кто-то шарит за него, что-то называется СПТ или что-то такое. А куда я шел, чтобы столбик найти? Вот сюда. Да-да-да, он жесткий, 0.83 вот этот, он жесткий или нет? Я думаю, какие-то самые, блядь, такие ёбнутые хорроры поиграть. Окей, сначала направо. Типа собрать список прям, но мне кажется, что по этажам спускаться весь стрим это такое себе будет. А вот чисто собрать список жестких хорроров, таких недолгих. Типа проходить. Накидайте мне прям список не, ну, прям фулл хорроров, без сюжетки, может там такие. А, вот ты, сука, ебаная, блядь, здорово. SCP Containment Bridge. Они в DS разговаривают? Нет, они не разговаривают, они просто вместе ходят. Халява сюда. А куда дальше? Стоп, отсюда куда? А вот сюда. Они не в Дискорде. Тот еще хоррор.
смотреть, где он ходит, сука. Алло, ребят! Алло, о. Я, короче, разгадал. Кого разгадал? Вот. О, ты за стенкой. Вот я где-то, блядь, наверх не могу выйти, сука. Я, походу, потерялся уже. А вот я вижу твой фонарик. Что ты разгадал? Ну вот эту загадку с колоннами. Давай. Я нашел третью уже. А вторую? А ты, вы ничего не трогали тут? Трогали, я первая трогала. Зачем? Ну мы пытались сами разгадать. Тут, если что, надо... Короче, знаешь, мы поняли принцип этих головоломок тем временем. Но если что, тут просто вот эти колонны, они разбросаны по карте, и надо их было найти. Сейчас не трогайте так, ничего. Так, хряк идет. Окей, Ром, слушай меня тем временем. А куда ты убежал, дурак? Я тут, так я смотрю, как колонну этот. Короче, на этой карте в разных местах есть три головоломки. Одну мы открыли, вот эта вторая, еще будет третья. И сейчас откроется вот эта дверь перед нами, там будет рычаг. Пойдут песочные часы. Нам нужно быть троим трем разных местах, трех разных местах, и в один момент нажать рычаг. Охуеть. В один момент нажать рычаг, открывается в конце главного коридора. Открылось. Три двери. Да. Не нажимай, не нажимай, бессмысленно, Ром, не нажимай. Да, не нажимай. Ну, короче, в принципе, вы можете открыть дверь, если это первая дверь, я могу туда забежать и ждать вас там. А как... Ты гений. Короче, нам теперь осталось еще одну головоломку решить, Ром. А где она там знаете? Очень странная. Это... Ну, мы как-то туда пришли случайно. А почему? А с чего взяли, что там... это надо одновременно? А мы проверили. Потому что мы знаем, Ром, мы проверили. Да, мы проверили. Короче, я потому что мы одну головоломку разгадали, нажали рычаг, побежали к тем выходам, и там только третья дверь открылась по счету, а две были закрыты. И потом, время спустя, она тоже закрылась. Понял? Зря, ты сейчас зря нажал, потому что, блядь, нужно теперь ждать, когда рычаг поднимется. Это хуй его знает, сколько вы. Мы третью да еще... Мы да еще головоломку долго будем искать и разгадывать. Ладно, пришлите просто сюда. А вы помните, где она? Нет. Не очень. Можно будет попробовать найти. Короче, за Юлей бежать самое верное. Она всегда хуйню какую-то находит, блядь. Пиздов нам дают постоянно. Вот, она тут, она тут. Правильно, да? Да-да-да-да-да, на кладбище этом, точно. Тут хряк был, кстати, помнишь? Да, тут хряк был. Он, блядь, так тут хорошо. О, я тут уже третий раз. Стоп, а мы не головоломки идем, Юль. А куда мы идем? К выходу? Мы идем просто там, где открытая хуйня, там где просто открытый рычаг. А, точно. Ну да, я так и первый раз. А где мы первый рычаг нашли? Ну вот, давайте покажу его заодно. Бля, мы так тут съебались от хряка, пиздец, он за нами бегал. Блядь, меня чел так напугал, я так обосрался, он просто из-за угла вышел. Да я туда рот всего, блядь, просто, я не могу. Не, Хантик вообще обосранный, с памперсами бегает, блядь. Вот тут, справа. Вот тут я что-то разгадала, хуй знает как, блядь. Да, я на самом деле просто потыкала рандомные ключи. А, она просто въебала ключи во все дырки. Не во все, не во все. Вот еще. А, они еще и крутятся. Нет, так они открываются. Хотите, я воткну? Все, я воткнул во все, походу. Ну вот пустой. Где? You don't Давай. Have a key. А, у меня тоже нет ключа. Ну, у меня тоже ну, нет. Ну, один остался. Ну, смотрите, вот, короче, вот этот... Надо запомнить путь вообще, как сюда бежать. Ну, блядь. Через кладбище. Я знаю, как отсюда выйти. Нам еще один ключ. А, нужно. Ну тут... Ну, нам нужно вторую по счету головоломку разгадать. Блять, Хантик, а как мы к ней пришли тогда, не помнишь? Вот так и пришли, по-моему. Нет, а мы сейчас выйдем на основной коридор. Да, я уже выучила этот лабиринт. Тут сейчас налево нужно будет. Ну, налево, так можно не идти налево. Сейчас пишет, рисую карту на листочке карандашом. Если налево сейчас мы не пойдем, то мы не пойдем на главный коридор. Ну да, направо пойдем. Пойдем направо. Блять, он рядом где-то. На свет надо, наверное, идти. По-моему, он сзади, блядь. Ну, или сверху. Блядь, он сзади! Да-да-да. Помогите, да как? О, как быстро, блядь. А алло, как он блядь? Так... Ебать, как у него руки такие длинные, сука? А как он так быстро догнал, блядь? Мы же далеко были. А Юлю тоже схавали? Походу, нет. Пиздец.
Как он так быстро, блять, я не понимаю. Чат, накидайте мне в ВК, в ЛС, если еще всякую психоделику, типа, ну, просто прям со скримаками жесткий. Бля, Ром, ты заебал так быстро бегать. Так на shift нажми, сука. А я, блять, на чем? На shift нажми, сука. Черт, я ебал. Бля, нам надо один ключ, сука, найти. Нахуя мы туда-то бежим? Так я хотел понять смысл. Смотри, тут типа открывается три двери, нам надо успеть добежать. Да, видишь, вторая открыта, на которой рычаг ты как раз нажал. А с чего ты взял, что она закроется? Да-да-да, мы были, потому что в тот раз, когда мы пришли, наезжали с Юлей, была открыта третья дверь, а вторая, наоборот, закрыта. Короче, нужно разгадать ластовую головоломку и на три рычага нажать. И вы не помните, как к ней идти, да? К третьей нет вообще. А направо, налево, не помните? Не, ну, не, все головоломки в левой части, с правой больше ничего нету. А левая часть только... с какой стороны? Ну вот-вот, да, вот сюда вот. А, погнали. Смотри, дверь, аккуратно, она сейчас закроется, походу. Я нет, не в закрою. Тебе. Во мне. Байол там со свином развлекается. Ты похуй, я ебал. Бля, я столько раз опугался, я не могу просто, блять. Ну давай по красным. А вот тут что? Это мои. А вот, вот она, вот головоломка, вот ластовая. Нас тут ёбнул хряк, кстати. Может тут пара искать, типа, надо, я не знаю, либо вот эту штуку. Я просто... Я тоже думал по поводу этого, но она не нажимается, видишь, да, по да. очереди только. Так, ладно, давай пойдем этот... Надо, наверное, такую же штуку найти или что? Чат, подскажите, что тут делать надо? Блять, это гандон опять это, да? Да, он сзади, блять. Нет, нет, Ром, не беги, не беги! Беги, ладно, все, беги. Блядь, ты долбоёб. Вперед, вперед. Бля, вот, короче, прикол в том, что вот на эту головоломку приходишь, и он сразу идет. Я не понимаю, как это возможно, блядь. Ой, мы сейчас обошли. Да-да-да, так надо его так скамить. Да нихуя не надо, я с ума сойду так бегать от него. Блядь, да он тут, сука! Все, я ФК. Он реально ФК встал. Блять, он там остался, сука. Хули он сюда приходит? Чат, вы поняли, как это делать? Я просто не понял. Рома, одинаковые там есть вроде. Это пара стопудово. Пара найти, а снизу эта хуйня, она что делает? Ладно, окей, давайте пары тогда искать. О, Юль. Я знаю, как тут, решить. Ты еще только что ханил. Ну, пары найти, да? Да, вот тут, типа, и вот тут. И потом так бля, далее. Лучше, надо лучше. Запомнить. Так, сейчас, я буду рисовать, нахуй, погоди. А я буду... Давай фоткать буду на телефон. Давай, фоткай. Ребят, я подожду, пока вы разгадаете. А ты где? Марк, ты где? Я на спавне, где я, блядь? А как мы тебя слышим? Ну, над нами. Ну иди тогда, слышь, Марк, иди. Скорди, тупица. А, блядь. Шаг, спасибо огромное, 15 месяцев подписки, ты ебанутый. Ладно, Юль, давай разгадывай. Слушай, тогда мы можем, наверное, этот, одновременно этот, ну, уже на рычаги вставать. Ну, хантику надо найти рычаг. Марк, пиздуй на рычаг какой-то, вот тот, что вы нашли с Юлей. Ага, хуй тебе, блядь. Марк, нам нужно все вместе открыть. Да нихуя не все вместе, у вас вполне будет времени достаточно там... Ебать это сыкле. Ебать это сыкле, ебаная. Давайте, нажимайте на рычаг, я жду уже у двери. Я зайду туда, и вы потом на два еще нажмете. Ром, Ром. Да, да. Он где-то идет?
Ну, я слышу, да. У меня листочка чат нету, блядь. Юль, он тут, Реально? Да, он там стоит. Вижу. Ой, ебать, он побежал! Охуеть, он побежал! Он за мной. Да-да-да, слышь, он так побежал с тобой, пиздец. Да, он вообще, пиздец. Баратрум ёбаный, блядь. Давай куда-нибудь. Ладно. Заманцуем его. Слышь, его не заманцуешь, он бежит за тобой просто. Ебать, он бегает, сука. Опять бежит, что ли? Да, да он просто до конца бежит. Тварь, сука. Он бежит, хуярит до конца, слышь? Блять, да. Да ща мы его обманем, нахуй. Ро, может ты его поотвлекаешь? Я отвлекаю, блядь. Давай, все, я начинаю. Ну он еще сейчас опять выбежит сюда. А ты можешь его не ко мне вести? Ребята, там долго еще будет? А он сейчас в любом случае за тобой пойдет. Или нет, он за мной бежит. Все, делай, делай, Юль. Блять, иди нахуй! Беги, Форест, беги! Я вижу его тень, блять! Я вижу его тень, сука! Эй, Гантонио, блять, за мной нахуй! Давай, свиноёб ёбаный, блять, сюда нахуй! Вот так я умираю ради общего дела, блять. Ну, ты где, сука? А-а-а! Блядь! Так, мне не надо убегать от него, мне надо его байтить. Блядь, черт ебаный, ты где? Я еще с тобой не закончил, сука. Смотрите, он меня боится, блядь, убегает от меня. Блядь, он съебался. Вообще, чел похуй, он съебался просто. Юля, ебать, я его наебал, слышь? О. Отлично. Ща, я что-то тут путаюсь. Приведи его, Кантик. А ну-ка, вот это и... Бля, я что-то не все пофоткала. Сколько фоток у меня должно было быть? 16? Ой, У меня 11. Блять. Сука, он опять будто идет, да? Нет, я его не слышу. У тебя 8 фоток должно было быть. Или 16? 16. Нет, 16, да. Блять, возьми, у тебя есть листочек, нахуй, записывай? Так я нафоткала. Тихо, он идет. Ты его видишь? Да-да-да, он тут, он тут. Тихо, я его веду за собой. Блять, он тоже это... Ааа, блядь, ты как тэпнулся, сука! Он телепортнулся! Юль, он тут! А, в смысле, у тебя? Да! Их что, двое нахуй? А, лох ебаный, соси хуй! Лошара, блядь! А как он так быстро? А как он так быстро вошел, блядь? Ром, подожди, я сейчас прибегу к тебе. Ты как раз рядышком. А как он так быстро пришел, блядь? Бля, Юля, ну ты, блядь, тупая, ну, пиздец, еба. Сука, час сделать задание, нахуй, с повторением. Алло, Марк, ты где? Здорово, Марк. О, здорово. Пойдем. Помнишь, куда мы тогда заходили? По-моему, мы в самый последний заходили, мы же до конца коридора. Ну, последний, да.
Бля, ебать, их там двое, это вообще пиздец. А я не понял, их двое или он бежал так быстро? Не, либо он тэпается, либо их двое, типа. Не, я в соло ёбнулся играть, это пиздец. Тут соло-то и невозможно пройти, блядь. Да невозможно, почему? Тут можно соло. А, вот, наверное, вот эта дверь. Вот это? Да-да-да. Ну, мы вперед вроде бежали. Бля, я клипы себе поставил только для яркости и... Ебать! Сука, как меня заебала эта игра, просто... А когда мы дальше пошли тут, слышишь? Бля, помогите, сука! Юль, там Марка закрыл. Ты сделала или нет? Нет, он меня выгнал, он за мной ходит. Он за мной ходит, он за мной идет. Юль, ты пробуй фоткать по несколько, блядь. По несколько пар, понимаешь? Нет, там ты только одну открываешь, а, бля, то есть... и следующая закрывается. Так нет, так потом, надо... ты потом открывал уже вроде. Помансишь его? Да, да. Мне не привыкать. Алло, долбоёб! Вот, Рома, Рома, вот у нее хорошая новость будет. Ебать, сейчас у Юли хорошие новости будут. Юль, он за мной не... Шашлык, он не пошел за мной. А ну-ка, сейчас я спрячусь в коридоре, а сейчас за тобой пойдет, наверное. Не, он за тобой бежит. Да, сейчас тоже? Да, да, да. О, пошел, пошел, пошел! А что дверь закрыта, блядь? Ты заебал, давай за мной. Дурочка ебаная. Давай, давай, сюда, сюда, блядь. Ребят, я у двери караулю. Сейчас Марку пизду. Оп, наебал. Блять, я только респавнился, нахуй. И вижу тень какую-то. Кантюка-то я его искал, блять. Эй, долбоёб, давай, давай, давай. Сюда, сюда, нахуй. Все, я его могу тут водить просто. Вы видели? Он побежал нахуй! Он просто на скорости побежал! А, он тут, блядь! Ёбаная Юля, ты можешь быстрее пройти нахуй! Я на шифте бегаю, блядь. Вниз таки не надо, вниз. К Антику вот эта дверь ведет, к Антику, блядь. И он туда не пойдет, скорее всего, чел. О, пойдешь за мной? Пойдешь за мной, Кентик? Ром, ты еблан, только попробуй. Эй, блан. Сука, донаты, блядь, врубить, я забыл, блядь. Блядь, Юля, ты нахуй пройдешь эту хуету. Сука, я час уже и ввожу, блядь. Юля, блядь! Алло, Биг Мак, за мной, блядь, давай, ну. Я открыла третью головоломку, теперь нужно всем встать на рычаги. Не-не, открывай рычаг, открывай. Пиздец, блядь. Все, Юль, молодец. Давайте втроем откроем рычаги и этот. Я уже на двери, все. Я уже нажала один рычаг, надо остальные два нажать. Блядь, второй я не помню, где мой тот, что был. А
А я тоже не знаю, как отсюда, кстати, выйти. Хантик, там сколько дверей открыто? Две, ну вот можно вот. А где третий рычаг? Какой? Последняя это наша с Юлиной была. А где она? А как туда выйти? Я помню, где она, но я не скажу. Ну пойдем, Марк, заебал. Подождите меня тогда. Давай, давай. Только не идите. Куда вы идете, блядь? Я пытаюсь вообще выйти с этого, со второй головоломки своей. Идите на спаун. А, так стоп, так там ключ нужен, нет, разве? Не-не-не. А зачем ключ нужен, еще один был? Хз, ну там не было. Там что-то можно открыть, бля. Да похуй, блядь, сколько можно? Ну погнали, погнали. Кстати, наебал, я не знаю, где она, блядь. Ты просто хотел с нами встретиться? Вообще, хотелось бы, блядь. Блядь, ну я не знаю, куда идти. Сейчас, походу, реально окажется, что нужен ключ. Не, по-моему, я знаю. Ну, через кладбище надо. Так, ну я сейчас на своей головоломке, она открыта же? А вниз должен рычаг быть опущен. Ну, вниз, да, да. А, Юля, когда последний... Кладбище, чат, я отсюда куда-то сворачивал, куда? Это только последняя дверь на тайминг, что ли? Да, походу. А-а-а. Реально? Тогда, в принципе, все, мне нравится. Ну все, я жду. Я уже нашла, я нашла третью головоломку. Сейчас я ее открою. Давай, хорошо. Стоп, нам на тайминг, да, надо? Сейчас. А нет, ребят, не, 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 можешь бежать на спаун. Нет, это что-то не то, по-моему, хотя. А, да. Да, я так есть хочу. Ром, беги на спаун. Я не помню, где спаун. Ну ты... Что, не раздражай? Ну я сейчас попробую умереть от челов, типа тогда. О, все, ты открыл? Я захожу. Она сейчас ТПшнет всех? Ну, должно в теории. Ну, я могу вас подождать, если хотите. Так сейчас дверь закроется-то. Не, она очень долго держится. Да. А, ну я бегу. Просто я бегу. Один как будто не был, я боюсь заходить. Но я вроде бы помню где выход. Ну, пишет, там, скорее всего, ключа не хватает, поэтому она закрывается. Хуй знает, короче. Бля, один ебаный ключик не нашли. Похуй, какая разница. Я забыл, куда выходить. Да, и без него головоломка открылась. Может, забагалась, правда. Типа, я... Все, я уже почти у спауна. Только осталось понять, в какую сторону идти. А. Нихуя это, блядь. О, я вижу фонари. Все, я мучаюсь в Дискорде. Алло. О, это легко было, блядь. Всего лишь за час прошли. Алло. 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 Все для вас, сука, сделал. Красава, Марк. Красава, Марк, просто в соло. Все, ребят, 10-го ключа не хватает, стоп, да? А мы... А. Изи для Марка, блядь. А, все, ебать, прошли, походу. Да, походу прошли. Бля, слава богу. Повезло, повезло. Бля, ну жестко, тут много довольно-таки. Внутри локаций огромных, это пиздата. А что тут снаружи? Тут что-то еще есть. Ну. Так мы прошли или нет, я не понял. Да, там end да. Было написано. Конец этой версии, типа. А вон и домик тут, походу. А вот тут чел стоит, кстати. А, нет, это статуя. А. Чел. В смысле, его трогать можно? Потрогай. Это просто декорация, выставка декораций, походу, к этому. А не помню, это дом. Вот тут пистолет есть. А, нет, это сигнальная ракета, походу. И шприц. А куда вы идете-то?
Ну, мы просто смотрим декорации. Марк, ты что, тут даже боишься? Мы уже игру прошли. Да. Это все равно стрёмно, мало ли, что еще не все. Долбоеб. Ебать. Стоп, а мы же вроде какого-то чела искали или нет? Джона какого-то. Вот это он, походу. Не нашли, блин. Я бы что-то почему-то вообще проебалась. Ладно, я согласна, хуй с ним. Бля, мы по дороге к Джону умерли, блядь, 3000 раз, блядь. Вообще, бля, его не могли найти никак. Нет, тут, походу, уже все, ничего нет. Вот тут озеро. Это вода или что? Да. Или это текстура? Мы под водой. Ебать, мы под водой. Все, я Алло. Алло. Бля, ну это пизда. Ну было очень легко на самом деле, блять. А, да, я. Даже не спать. Особенно, особенно мне, блять. Бля, Марк, ты такая сыкля, пиздец. Да бля, я ебал, мне так стрёмно так. Марк, ты вообще во всех играх боишься? Нет, когда за тобой бежит кто-то, блядь, не как, вот, например, Outlast какой-то, где ты понимаешь скрипты, когда за тобой кто-то бежит. А тут, блядь, за тобой постоянно кто-то гонится, меня это бесит. Я не могу так. А ты Outlast проходил? Да, да. А ты в пиратах боялся, Марк? Каких пиратов? Когда, ну, этот, Sea of Thieves. Бля, когда неожиданно вылазит скелет, конечно, я ебал. Реально? Ну, блядь, он ничего неожиданного вылазит. Так они же мультяшные, блядь. Не, ну в смысле, просто эффект неожиданности, так их не боялся, конечно. Что, ладно, ребят, спасибо, что пришли. Да. Тебе зимку, в другой раз, ребят. Давай, пока. Все, давайте. Пока, Ром. Так, сейчас, бля, Марка надо убрать, потому что он дрочить сейчас начнет. Бля, у меня еще полчаса стримить, что-то посмотреть может.